завозили меня, наверное, часов 5, не меньше, пока в одну сторону, пока в другую, пока машину вытаскивали. Ну, вы, наверное, видели по кадрам, какие тут грязевые ванны мы принимали. Значит, высадили меня на перекрестке, где я уже раньше ходил с таксацией. И вы посмотрите, насколько хорошо оборудован лагерь у отводчиков, которые тут же работают. Вот машина с прицепом, палатка долговременная, генератор, газовый баллон, бочки с водой. Даже нечто какое-то подобие беседки. Да. В общем, все очень грамотно сделано. Смотри, какой шатер целый. Заходить я туда не буду, потому что хозяев нет. Они уехали на каракате на работу. Думаю, если их встретили, так, может быть, переговорить. Вот что-то складывается. Генератор работает постоянно, потому что заряжают батарейки. Вот, а нам с вами придется идти 6 километров до реки. Взял с собой сети, вон целый пакет. Думаю поставить, может быть, что-нибудь поймаю. Удочку в моем случае брать нерентабельно, потому что времени сидеть в засаде и ждать поклёва у меня нет. Вот такие последствия дождя и эрозии почвы. Видите, какая огромная канава. Наконец-то дошли. По этой глине ползать уже порядка надоело. Вот смотри, какая изба нас ожидает. Ага. Достаточно новенькая, с баней, с беседкой. Вот, добрались до беседки. Теперь осталось понять, как поставить эти сети. Потому что река здесь глубокая в этом месте. Вот. Лодка есть. Опять же. Что наводит на мысль, что ловят здесь удочек в основном. Для нас это не вариант. Думаю, сейчас поесть немножко и уже начинать думать. Видел немного ниже по течению большую валежину, ель. Если удастся переправиться по ней на другой берег, не искупавшись, то тогда, наверное, буду ставить около нее. Так, ну что ж, пойдем к избушке. Эти у нас избы закрыты. Вот она, хвост глухаря. Я так понимаю, это какие-то служебные помещения. Ну или что-то ценное хранят. Сама избушка. Дверь капитальная. Да. Да, слушайте. Наверное, здесь кто-то недавно был. Так. Это пока сюда.
переоденемся в тапки, чтобы не замочить обувь. Нам еще сегодня нужно выйти в тайгу. Так. Дадим просохнуть носкам. Так, для начала, я думаю, набрать груз в эти бутылки песка и напилить два колышка длинных и крепких. Сейчас этим и займемся. Сейчас заострим колья и будем спускаться к реке.
топор мега неудобный, с толстой рукояткой и тупой еще. К тому же. Так. Думаю, что достаточно. В реке я посмотрел, где-то 2 метра, даже больше чуть-чуть, глубина в центре. Поэтому вброд ее не перейти. Поэтому нужно будет действовать с моста. Вон, смотрите, да? У берега уже сколько? Почти по пояс мне. Найдешь ты. Первый есть кол. Так, ну вот я разложил сеть. Теперь осталось понять, за какой конец тянуть. Я так предполагаю, что за этот. Он такой, как будто сделан для того, чтобы тянуть за него. В то же время вот есть кольцо крайнее, которое, от которого веревка всех перевязывает. Остальные кольца. Это, наверное, кольцо начальное. Так, подождите, кажется, кто-то едет. Кажется, кто-то едет. Тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно-аккуратно-аккуратно-аккуратно. Ай, веревка упала. Блин, кто это нафиг? Охотники, хозяева избы? Я не знаю, рыбинспекция? Черт. Ну-ка, давай-ка посидим. Вроде мимо проехали. Или нет? Не поймешь. Черт, кажется, они мимо не проехали.